Во вторник 26 августа вертолеты ВВС России впервые обстреляли пограничника Украины неуправляемыми ракетами, сообщил во время брифинга в Киеве спикер СНБО Андрей Лысенко. Он сообщил, что в результате этого обстрела погибли 4 пограничника, 3 ранены. Инцидент произошел на участке Красная Таловка в Луганской области, когда украинские пограничники вели бой с группой вооруженных лиц, которые пытались прорваться с территории Российской Федерации через границу в Украину.